Вика, поздравляю. Спасибо. Ожидала от себя, что займешь третье место в финале, еще в компании с такими сильными спортсменками? Я не ожидала этого, но я безумно этому рада, потому что я стремилась к этому. Я очень этого сильно хотела, и когда я узнала, что я третья, мои эмоции были очень странные, потому что я вроде радовалась, а вроде я не понимала, что происходит. Но я очень рада. Тренер какую установку дал? Сделать свое? Сделать свое дело. А дальше как судьи решат? И что дальше, Вика? А это были последние старты в этом сезоне. Будем готовиться к следующему, учить новые прыжки, конечно, работать над скольжением и занимать первые места. Желаю тебе успеха, Вика, и поздравляю. Спасибо большое.